команда, которая с «Динамо» жалуется, что бывает все-таки у «Динамовцев» из-под тяжка. Ну, я разговаривал со «Спартаком» в частности. На ваш взгляд, сегодня что-то такое было? Вам понравился хоккей? Да, ребята, «Динамо» очень чисто играли сегодня, в общем-то, нормально. Большие скорости были, сами борьбу навязывали, все в пределах правил. Что произошло с «Трактором» после первого периода? Только в первом периоде, наверное, мы можем говорить о некотором преимуществе у «Трактора», а затем второй, третий. Пропущенный гол, прежде всего, сыграл свою роль. Потом немножко подрастерялись. Вот. Пытались найти свою игру, но «Динамо» что сделать. Плей-офф на данный момент. Насколько вы готовы на вот так вот оценивать по этому матчу? Ну, не поэтому. По последней серии возьмемся, то я думаю, процент на 90 еще. Валерий Константинович, как-то что-то говорил перед третьим периодом? Что-то такое острое, резкое? Да, в общем-то, ничего, как обычно. Готовились как-то регулярный матч. Сейчас все говорят, что лидер готовится к плей-офф. Вот вы тоже, у вас подготовка именно к этому? Да, конечно. На сколько готовы? Я сказал, процент на 90, потому что впереди перерыв еще 2 недели, в общем-то, есть время на подготовку. То есть этот перерыв не пойдет во вред, потому что многие боятся его? Ну, кому-то пойдет, кому-то нет, я не знаю. Надеюсь, нам, что не пойдет, наоборот, на пользу. Что бы вы сказали, если был бы финал «Трактор-Динамо»? Ну, было бы отлично.